защитник ПИУ Николай Макаров. Николай, что можешь сказать о сегодняшней игре? Я играли с достаточно квалифицированной командой. И можно сказать, игра была равна. Много было опасных моментов у той команды, но нам сегодня, скорее всего, чуть больше повезло. В итоге мы выиграли. А готовились как-то к сопернику персонально? Знали, что за соперник? Ну, приблизительно все уровни... Мы знаем уровень всех команд, так что, думаю, ни для кого не секрет, играли как обычно. А какие у вас оставшиеся задачи на осад турнира? Мы идем от игры к игре. Пытаемся победить каждую игру и пытаемся занять самое высокое место, в принципе, в этом турнире. Спасибо большое. Спасибо. Удачи.